возле поста ГАИ сошла вода, которая переливала дорогу. И теперь здесь, вот под трассой, здесь идет труба с той стороны дороги, течет река. И в итоге вот такая вот тусовка, в буквальном смысле за пару дней тут люди прям ловят, видать, что-то нечто грандиозное. Вот это прям бурным потоком куда-то. Это все, ну, то есть это стекающая вода с самого всего этого затопления. До этого вся вот эта дорога была где-то почти на метр перелита водой. Это уже остатки. Ну и вот рыбой прям пахнет конкретно так. Прям рыбище пахнет. Он только что, вон, о, вон мужчина держит такого приличнейшего, только что положил в сачок здоровенного карася. Да просто народ не успевает, удочек с собой нету. А вдруг там какой-нибудь щука или налим вообще, в принципе. Ух, блин. Надо с собой удочку возить, честное слово. Даже я бы, наверное, порыбачила.